Италия выдала России уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, который с 2019 года находился в международном розыске. Его обвиняют в мошенничествах в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. По материалам дела Смышляев руководил в Уфе сетью шинных центров «Таганка». В 2014-16 годах предприниматель договорился с компанией-поставщиком о покупке автошин на 900 миллионов рублей. Получив товар, предприниматель не заплатил за него. Также в 2015 году, руководя уже другой фирмой, он намеренно обанкротил организацию, причинив кредиторам ущерб почти на 3 миллиарда рублей. В 2016 году компания была признана несостоятельной и не смогла расплатиться с долгами. Суд признал бизнесмена банкротом, после чего он сбежал в Италию. В 2019 году из-за долгов Смышляева были арестованы счета его несовершеннолетних детей и 74-летнего тестя. Фигуранту дела удалось скрыться от правоохранительных органов, однако в мае 2019 года его задержали в итальянском городе Кома. Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен. И сегодня в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Смышляева экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и преднамеренное банкротство. По данным прокуратуры республики, Смышляева задержали в городе Кома и в ближайшее время его доставят в Москву.